эмоционально-образная техника для работы с гневом. Подготовил и озвучил Александр Барановский. Теперь закройте глаза, разместитесь удобно. Хорошо. Ощутите сейчас пространство вашего тела в пространстве. Ощутите пространство и объем, который занимает в пространстве ваша голова. Какой объем занимает в пространстве ваша спина? Грудь. Живот. Бедра, правая нога, левая нога, ощутите пространство впереди. Сверху, слева, справа, снизу, и позади вас. Возможно, вы испытываете гнев прямо сейчас или вспомните какой-нибудь случай, когда вы сильно злились. Представьте, как будто это происходит прямо сейчас. Теперь обратите внимание, где в вашем теле вы ощущаете это чувство в момент гнева. Как вы ощущаете этот гнев в теле? Он колет, может быть, давит, жжет или что-то другое, как у вас? Теперь представьте, что это чувство находится прямо перед вами.
И вот какой образ сам собой возникает в вашем сознании? Неважно, какой он, у каждого он свой. Просто наблюдайте за тем, что начинает возникать и проявляться. Доверьте своему подсознанию сейчас. Обратите внимание, какого цвета, формы, размера это чувство, этот образ, на что он похож. Пусть этот гнев обретет какую-то форму, какой-то образ. Можете даже задать ему вопросы напрямую, этому образу. Для чего он возникает? Нападает ли он на вас или на кого-то другого? Зачем он нужен? Что он вам говорит? Если вам он действительно нужен, то оставьте все как есть. Если вы бы хотели его уменьшить или вовсе от него избавиться, то продолжаем. Теперь представьте некоторую часть вашей личности, которую защищает ваш гнев. Независимо от того, гнев направлен на вас или на других, все равно гнев защищает нечто внутри вас. На что это похоже? Какой образ возникает? Первое, что приходит. Согласны ли вы отдать энергию, затрачиваемую на создание гнева, этой слабой части личности?
на ее рост и развитие. Если да, то сделайте это. И помните, что энергия возвращается в первичной позитивной форме. И по мере того, как этот образ наполняется вот этой позитивной энергией, которая раньше питала ваш гнев, обратите внимание, как меняются ваши ощущения в теле. Также наблюдая вот этот образ гнева, что вам хочется с ним сделать? Пусть это произойдет. Если возникают препятствия в этой работе, то осознайте их. Можете даже представить их также в виде других образов. Поработайте 5 минут самостоятельно.
Готовы ли вы сейчас принять этот наполненный образ как обновленную часть своей личности? Теперь представьте, как этот образ сливается с вашим телом воедино. Теперь сделайте вдох и выдох. Практика окончена. В случае, если у вас вдруг возникли сложности с этой практикой, вы можете пройти у меня индивидуальную онлайн-сессию для глубинной проработки причин гнева. Подготовил и озвучил Александр Барановский.